Привет, народ. Пришла очередная посылочка. Тут у нас должны быть зимние перчатки. Понятно, что сейчас лето, но решил заказать, посмотреть, что это за зимние перчатки, какого качества. Стоили они в районе $9, что ли. Вот, заказывал размер M. Так, вот M пришел. Сейчас оденем, посмотрим. Манжет на липучке затягивается. Тут еще что-то, они как не очень на зимние, конечно, похожи. Ох. Так. Проденем, затянем. Ну, как раз вроде размерчик мой. Непонятно, зачем тут здесь какая-то штука. Ну, мне они нужны для того, чтобы кататься на сноуборде. Как раз здесь закрывается от снега. Я думаю, подойдет. Так, по качеству. Такое ощущение, что они не зимние, не для сноуборда, а для велосипедные как будто. Так, по качеству, ну, вроде неплохо сшито. Торчат ниточки, но это ерунда. Запаха вообще нету. Ну, я доволен. Посмотрим, как они будут носиться. Правда, через месяца так 4-5. Но все равно. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу, следите за нашими видео. Спасибо.